Двух школьниц приговорили к лишению свободы за незаконный сбыт наркотических средств. В их квартирах было найдено 450 граммов так называемых спайсов. Девушки заказывали смеси через интернет. Часть хранили у себя дома для дальнейшей реализации, а часть закладывали в тайники по всему городу. Различными способами они сообщали неизвестному лицу, где находятся наркотические средства. Таким образом, девушки являлись посредниками при передаче запрещенной продукции. Московским районным судом города Чебоксары вынесен приговор в отношении двух местных жительниц в возрасте 17 и 18 лет, обучающихся в 11 классе одной из городских школ. Они признаны виновными в незаконном обороте наркотических средств и их аналогов, а также в покушении и приготовлении на совершение этих преступлений. Приговором суда 18-летний учащийся назначен на наказание в виде 6,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4,5 года, а ее 17-летней соучастнице 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Как признаются девушки, они просто хотели подзаработать. Сами спайсы не употребляли и не предлагали друзьям. Екатерина Куприна, Республика.